Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму зеленые помидоры в пикантном маринаде. Помидорчики получаются острыми, ароматными и очень вкусными. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! Сначала готовим заправку. Берем 700 граммов болгарского перца, удаляем из него семена и нарезаем произвольными кусочками. 15 граммов острого перца режем на несколько частей. Еще нам понадобится 80 граммов чеснока. Пропускаем подготовленные овощи через мясорубку. Дальше нарезаем кружочками 1,5 килограмма зеленых помидоров. Особо мельчить не нужно. Оптимальная толщина около сантиметра. Помещаем помидоры в миску. Добавляем туда приготовленную заправку, 20 граммов соли, 60 граммов сахара, перемешиваем, вливаем 100 миллилитров 9% уксуса, 100 миллилитров подсолнечного масла без запаха, снова хорошо перемешиваем и даем помидорам постоять 1,5-2 часа. За это время мешаем их 3-4 раза. Затем раскладываем томаты по чистым сухим банкам. Стараемся уложить их максимально плотно. Из указанного количества продуктов у меня получилось 2 литровые баночки. Маринад также разливаем по банкам. Заполненные доверху банки прикрываем крышками, ставим в застеленную полотенцем кастрюлю, заливаем по плечики водой комнатной температуры и отправляем на умеренный огонь. С момента закипания воды в кастрюле стерилизуем 25-30 минут, после чего банки сразу закручиваем, переворачиваем вверх дном и оставляем до полного остывания. Вот и все. Очень вкусные зеленые помидоры на зиму готовы. Хранить их можно как в прохладном месте, так и при комнатной температуре. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.